Уважаемые друзья, здравствуйте. Вот здесь у нас рядом растут два сорта. Сорт перца сладкого «Пизанская башня». И рядом растет сорт перца сладкого «Испанский сладкий». Они вроде как бы похожи по форме плода, они одинаковые, удлиненные, красные. В то же время можем заметить, как они отличаются по габитусу растений. Если у пизанской башни высота достигает 90-100 сантиметров, то у сорта испанский сладкий высота достигает до 140-150 сантиметров. Отличаются от очень хорошей завязанности плодов. Мы можем видеть на растении, сколько плодов вот сформировано. Плоды удлиненно треугольные, достигают длины около 18-19 сантиметров. Отдельные плоды, может быть, и 20 сантиметров. В фазе технической спелости они темно-зеленые, в фазе биологической спелости они насыщенно красные. На растении формируются очень красивые глянцевые плоды, и их на растении может быть и 8, 10, 15. Это очень хороший показатель для средней полосы России. И естественно, созревание идет снизу вверх. Вот на растении уже нижние плоды все готовые, созревшие, и второй ярус уже плоды вот формированы, тоже довольно крупные плоды уже. Вот-вот как соберем нижние плоды, будем использовать, естественно, вся сила уйдет на вот эти верхние плоды, они тоже достигнут фазу биологической спелости. Другой сорт, испанский сладкий, практически, можно сказать, по размеру, по форме одинаковые, но они очень сильно отличаются по габитусу растений.